Всем привет! Приехали мы закрывать в этом году сезон уже здесь вот на теплой открытой воде. Опять же мы находимся в Завьялово. Сегодня будем рыбачить на удочке, пойдем на озера. Ну, также вот я не знаю, к вечеру может быть поставим поставки, просто маля нету. Вода уже холодная, поставил малявочник, сейчас пойду проверю, если есть маль. Поедем ставить поставки на судака. Если маля нету, пойдем потом на озеро рыбачить на карасика. Специально взял еще с собой удочки, наварил перловки. Ну, в общем, смотрите дальше. Пошли мы на рыбалочку. Сейчас покажу куда и что будем ловить. Дорога такая нелегкая, 1,5 километра вот по таким горкам. Ну, наконец-то мы уже дошли до озера. Вот оно, смотрите. Здесь и будем пробовать рыбачить. Кто мои ролики смотрит не первый раз, все уже видели, что я сюда ходил рыбачить. Сейчас здесь будем пробовать ловить карасиков. Замешиваю прикормочку. Вода, естественно, из того водоема, куда пришли рыбачить. На верхний крючок одену перловочку. Нижний у меня будет с червячком. В кормушку, соответственно, набью корм. Глубину поставил пока что где-то около метра. Тут не сильно глубоко от берега. Первую удочку закинул. И сразу же пошли поклевки. Проверим. Все на месте. Ну, вот, закинул вторую удочку. Только закинул. Первая перестала клевать, вторая начала. Все точно так же. Кормушечка с прикормкой, на одном крючке червь, на втором перловочка. Тихо, спокойно. Немного поклевывает. Немного подергивается поплавочек. Уже пару окуньков поймал. Ну, мелкие сильные, я их отпустил. Рыбачим дальше. Как видите, вон поплавочек даже на месте не стоит. Вот и первый карасик попался. Пока что на червя. Смотрите, какая красота здесь, а. Озерцо, блин. Октябрь месяц. Солнышко прям шепчет. Плавочек маленько у меня тоже подвигает. Ну, поклевывает. Ловятся пока что одни окуньки. Вот. А вот там карасик стопудово сидит. Опять плавочек в сторону пошел. В общем, ребята, порыбачили мы отлично. Очень плохо, что я ничего не снимал. Да, камеру забыл включить. Наловили окуней. Сейчас покажу конечный результат. Все, собираемся сейчас в лес. Едем еще за опятами, за грибами. Сегодня почему-то попадается один окунь. Вот такой вот у нас уже уловчик. Ну и так, друзья, вот порыбачили мы. Зашел в лес. Вроде говорят, должны быть опята. Ну, вот такие вот лопухи грузди попадаются, как вы видите. Посмотрим, что нас тут ждет. А вот, друзья, и нашел свой первый пенек. Смотрите, какая красота тут растет. Начинаем рубить. Это настоящие боровые опятки. Вот с такими вот ножками. Ходишь-ходишь вот так по лесу, раз, вот такие вот грузди попадаются, но это уже переростки. И причем и здесь целая толпа, блин, неделю назад надо было сюда ехать и их собирать. А эти уже нету даже смысла резать. Чуть-чуть вышли, сразу же грибов, целое ведро накосили, вот жарим лучком. В общем, как видите, у нас все по фэншую, как обычно.
что, сегодняшний ролик я буду заканчивать. Поехали мы в город, нам еще пилить больше 200 километров. Отдохнули шикарно. Всем пока-пока. До новых интересных видео.